У попередніх програмах мова йшла про таке. Я руководитель Никопольского клуба органического земледелия. И счастлива этим. Почему? Потому что твердо в этом убеждена. Искренне вам говорю. Клуб органического земледелия – это уже явление. Есть еще люди, для которых, которые неравнодушны к тому, что будет с нашей землей в будущем. Вам ведь не все равно, чем будут питаться ваши дети. Вам не все равно, какую землю мы оставим своим внукам. Мы все разные. И одну рекомендацию для всех под одну гребенку – это неправильно. Это невозможно вообще сделать. Растения, они не утратили знания биоритмов. Они все знают. Они никуда не спешат. И они всегда в спокойствии. Благодатный свет – это любовь. Это вот то тепло, которое чувствует каждое растение. Это самый лучший стимулятор роста. Если вы нервничаете от того, что не растет капуста, то подумайте себе, почему вам, послушайте себя, хочется ли вам ее кушать? Почему тепличные овощи у меня вызывают улыбку? Это не продукт. Это так, баловство для того, чтобы сделать вид, что вы что-то кушаете. Их меньше хочется, их меньше съедаешь, ими быстрее насыщаешься. Я своим хлебом одним кусочком могу на целый день наесться. Одним бутербродом. То есть два кусочка вот таких хлеба. Господар має бути уважним до кожної рослини на ділянці, вважає Валентина Ляшенко. Сама намагається не проходити повз жодну травинку на власному городі. Могу сказати, що тут квадратик, який самодостаточний, який навіть газонокосилка туди ні-ні. Чтобы освободить там у меня можжевельник, ну, разнотравье нетронутое. 2 квадратных метра у меня такой участок. Это роддом всех существ. Всего вот этого многообразия насекомых, едоков-едока. Это зародыш гармонии на нашем участке. Это то, что не трогается, это святое. Я теперь это осознаю до конца. А раньше просто вот, ладно, сделали. У меня там такое место под грушей в полутени, ничего не растет, сделала. Но в этом году, когда я увидела, что можжевельник колоновидный там посажен, и он долго-долго не хотел расти, а теперь так оклемался после здорового сада и кабарина ямочек, и начал так это проявлять, что он колоновидный действительно, а его клевер розовый, занесенный в красную книгу, просто подавляет, да еще и глухая крапива, яснотка, по-моему, ее называют. И, в общем, я этому можжевельничку пообещала, что буду, приструню немножко эти травы, чтобы ему света хватало. Он прям аж приебался под ними. И каждый раз, когда я газонными ножницами, не газонокосилкой, а газонными ножницами аккуратно обстригала вокруг этого растения травы, я перед этим участком прощения просила за нарушенное обещание их вообще не трогать. Благодаря нашей агротехнике я могу теперь выращивать и подсолнух свой, и лен в этом году я вырастила свой. Льняное семя – хорошая добавка к коктейлям. И прекрасная защита от колорадского жука. Бублик, ему памятник поставить надо за его лекции. Именно на лекции у Бублика я услышала, что льняное семя защищает от колорадского жука. Защитила с блеском в этом году синенькие, вот такие махонькие, когда у соседей уже цурупалки вот не стояло от картошки. Представьте, сколько там жука, не брызгано, уже ж выкапывать. Они под пленку посадили, уже в мае выкапывать, а я в мае высаживаю рассаду. Ну, в общем, комментарий излишний. Понимаете, что было бы с моих синих, если бы я, зная, что соседи посадили картошку, зная, что я там буду садить синие рядышком через забор, посеяла я раньше лен, и синие я садила уже в такой вот лен, где там были кусочки светлые. Прогалинки. И я отследила, так я же еще. И положительных эмоций сколько получила. Во-первых, жук не тронул. Во-вторых, я
получила семя льна, а еще и как красиво цветет. И теперь агротехника картофеля изменена. И вот это мы теперь выращиваем осознанно, уменьшив количество посадок картофеля, всяких других. Мы столько не едим, учитывая амарант, учитывая звездчатку, учитывая крапиву и всякую. 35 трав я насушила со своего огорода. Даже виноград. Очень важно вырастить зерновые на своем участке, собрать зерно, обмолотить. Ну, совсем как этот крутивет, да? Обмолотить, испечь из этого зерна хлеб и угостить этим хлебом друзей и знакомых. Когда я первый раз в жизни испекла такой хлеб, я поняла, что я всю жизнь ела не то. Важливості випікання хлібу власноруч Валентина Іванівна присвятила окрему главу у своїй книжці. Є вот в этой книге особенность. Книга о биопрепаратах. И я помещаю в конце книги главу о хлебе. Бездрожжевом. Вот вам взаимовыручка, взаимопомощь всех клубов органического земледелия, наглядный пример. Житницу, которую я могу выращивать на одном квадратном метре и получать хороший урожай, я получила информацию о житнице и само посевное зерно, саму житницу Запорожский клуб органической земледелия. Через некоторое время рецепт бездрожжевого хлеба дали из Сумского клуба органического земледелия. Вырастила я житницу на огороде. Почему смогла вырастить ее? Потому что урожайность 1 к 1600. С одного зернышка минимум 600 зерен. А обычная урожайность – это 1600-1800 зернышек с одного. Понимаете, да? Если вы садите картошку и говорите, у нас, значит. Потом я испекла хлеб еще на хмелевых дрожжах. Когда я узнала бездрожжевую закваску, я начала активно печь хлеб. И целый год я своим детям высылала хлеб каждые 2 недели. Высылала под Киев, высылала под Каневом, они теперь живут. Я высылала детям хлеб, потому что дочь перешла на бездрожжевую диету. Термофильные дрожжи, они знаете, чем опасны? Они почему термофильные называются? При выпечке они не уничтожаются. И вы их поселяете в свой организм. А у нас есть в организме сахара, с которыми эти дрожжи соединяются. Что получается? Мини-самогонный аппарат. Как просто, да, уничтожить нацию. Теперь вокруг, посмотрите, сколько алкоголиков. Посмотрите. Ясно, да? И если вы хотите здоровье рода сохранить, то прочитайте, пожалуйста, в книге о биопрепаратах рецепт бездрожжевого хлеба. Мой сын, когда увидел, что я вот это вот сюда помещаю, сказал, мам, ну, по-моему, это перебор. Ну, при чем здесь, в книге о биопрепаратах, глава о хлебе? И дочь потом возмутилась, когда я написала вот эту фразу. Эта глава очень в тему. Она как редактор сказала, мама, если ты вот этот сленг пропустишь в книге, не ставь, что я редактор. Не ставь мою фамилию. Но я так живу. Если бы я это под вас подстраивала литературным языком, книга бы так не читалась. Понимаете? Вот какая есть, такая книга получилась. Я не хочу фальшивить, даже по мелочам. А в тему она, во-первых, хлеб я замешиваю, как правило, с добавлением биопрепарата моих любимых эмочек. Это удобрение, с которым я пеку хлеб. И критерий действительно собой определяя именно тут, во всей красе. А во-вторых, чтобы вырастить вот это великолепие, я не только изменила агротехнику, я поменяла весь образ жизни. И зерно у меня выращивается
абсолютно осознанно. Естественно, любую рекомендацию я пропускаю через себя, изменяю немножко. Здесь есть даже наливной рецепт хлеба. На него уходит 20 минут женщины, 20 минут времени потратить на то, чтобы осчастливить семью. Когда вы попробуете такой хлеб, вы поймете, что раньше добрые молодцы, уезжая в дальние странствия, имели возможность обойтись только окраешком хлеба. Они отрезали окраить хлеба и жили себе спокойно. Да, действительно, это так. Это очень питательный хлеб. Можете сравнить его так же точно, как я вам водичку рассказывала. Вы покушаете тот, который купили в магазине, и покушаете этот. И ваша семья наотрез откажется кушать вот то, что продается в магазине. Но здесь есть вот творческая смесь муки. Такое вот определение. Из чего его испечь? Ясное дело, что даже у меня на огороде, даже при такой урожайности, житницы не хватает на весь год. Ясное дело, у вас тоже маленькие участки. Мы же не фермеры, мы дачники. И опять-таки, благодаря тому, что мы клуб всеукраинский, благодаря тому, что у нас вот такие семинары проходят по обмену опытом, благодаря тому, что у нас есть такие неравнодушные люди, которые раскапывают уникальную информацию, и очень много Владимиру Майбороде, руководителю Сумского клуба, пришлось приложить усилий, чтобы познакомить нас с человеком, ну вот на таких мир держится. Антонец Семен Сваридонович. Человек, который спокоен своей правотой. Бачила я людину в августі місяці, яка не нервничає, сидить спокійно і розказує, і двома ногами на землі стоїть. І він знаєте, на що обратив внимание, коли їхав по Україні? Які ж паркани бідні у людей, як же ж подвір'я, яке бідне, як люди бідно живуть. Бо він своїх 6 сел держить на такому рівні, з якою гордістю він відповів на питання, а скільки ваші люди одержують на пай? 6 центнерів сухого зерна, а сухе – це на один гектар пай 6 центнер сухого зерна. Понимаєте, да? Бо якщо зерно недосушене, в ньому жучки заводяться. І ми тепер маємо можливість через клуби, в клубах є така можливість, Антонець з радістю узнав, що може зерно дойти до потребителя напрямую. Почему? Потому что вот его всегда расстраивало. Его уникальное зерно, которое 30 лет не брызгается ядохимикатом поля. 30 лет не брызгается. И 10 лет не знают минеральных удобрений его поля. Этому зерну вообще цены нету. Я когда привезла вот это зерно и показала сестре, она агроном, семеновод, она сказала: слушай, да я его сколько уже лет не видела такого. Вот оно прозрачное. Это клейковина. А как я вначале попалась? Я блины с ним с этой мукой начала делать. У меня мельница своя. Рабочая крестьянская, народный умелец сделал. Грохочет на весь двор и облако муки вокруг нее. Почему я мечтаю про вот эту? Так вот, все равно мы свое зерно, свою муку давно едим, и я же тут же смогла это живую муку. Я называю это живая мука. Мы эту живую муку я добавила в белую для блинов. Я же не думала, что тут такая клейковина. Я лью воду, а у меня вязкий раствор, у меня блины эти толстые. Я туда, знаете, сколько воды вынуждена была долить, чтобы блины получились, а не оладьи. А когда замесила, и вот это вот, знаете, да, рекомендацию, надо, чтобы отставало от рук. Угу.
Попробуйте вы замесить, ну нет, сейчас, конечно, в муку добавляют много чего, клейковину там искусственно делают, поэтому, но вот это добавляется даже в блины, даже в оладьи, вот такая мука. И, естественно, я и рожь, и пшеницу. Семена Сваридоновича, дай Бог ему здоровья, Антонця, с радостью добавляю хлеб. И він тоді зовсім другого вкусу. Житниця моя добавляється, а пшениця і жито Антонця Семена Сваридоновича. Він, знаєте, чого радів, що є клуби і що вони донесуть до людей цю інформацію. Те, що він на трудодень дає отаке зерно золоте, а деякі колгоспники просто йдуть і обмінюють на другу муку. Хліб випечений вдома. Овочі та фрукти з власної ділянки. Ці продукти Валентина Іванівна називає живими, тому що вирощені з любов'ю, увагою та турботою. Вони приносять велику користь. Я советую вам перейти на такі продукти і желаю здоров'я вашому роду, тому що коли мені внучка в 5,5 років задала вопрос: бабушка, вот ты говорила, что я, Антон, Паша, Настя, пришли на эту землю, чтобы ее спасать. А вы нам будете помогать. И такие глаза на пол лица. И такой взгляд. Из глубины веков я называла этот взгляд. Глаза как-то аж потемнели. Из серо-голубых стали какие-то вот темные. Она так пристально на меня посмотрела и спросила: бабушка, а как ты мне будешь помогать? И какая я счастливая была, что мне в эти глаза было что ответить. И я сказала ей, что я ей уже помогаю, что я пока высылала им еще тогда экологически чистые живые продукты, выращенные мной. И был даже случай, когда я ехала на семинар в Киев, и 3 клетчатых сумки. А такси сказали: ну вы на семинар, что это за груз? Так продукты, так что у нас в Киеве купить нечего. Ну, пока я ехала 20 минут в такси, а 10 минут он потом не хотел уезжать от двора ночью, он все понял о том, что я везу и зачем я везу. И решил купить себе участок, чтобы свою семью держать так же. И я ответила своей внучке, что пока они научатся, здесь фотография хлеба, уже испеченная моей дочери. Вот этот хлеб уже испекли мои дети в печи с творческой смеси муки. Вот это уже они могут. Они уже могут питаться чистыми продуктами сами. И я еще сказала внучке, что для того, чтобы ей было легче жить на планете Земля, я езжу по всей Украине и читаю семинары, чтобы у нее были единомышленники. Потому что, вы знаете, недавно отследила, как-то мы неправильно, наверное, немножко не додумали, когда говорили «Образ будущего Земли» у нас. Клуб органического земледелия создался после чтения книг Анастасии. Вдохновленные этой идеей «Образа будущего Земли», «Земля, цветущий сад», и родовые поместья на ней. Мы так и озвучиваем всегда: земля, цветущий сад, а люди? И когда я готовилась к тому, как представить свои лекции перед односельчанами, в своем отечестве пророков нет, через 5 лет от ироничной фразы «твоя мамка еще раз умерла, выбачила, что ты творишь», они объяснились мне в этом году в любви, соседи. И они уже согласны слушать. И я подбирала слова, почему я буду читать им лекции, делиться своим опытом жизненным. И мне пришла в голову совсем другая фраза. Я хочу жить на здоровой, красивой, цветущей земле и в окружении здоровых, красивых, счастливых людей. И вот ради этого я езжу по Украине. Ради этого я помогаю своим детям, ради этого я помогаю вам, делюсь своим опытом. Вы каждую информацию, которая придет к вам извне, пропускайте через свою душу. Душа, она знает истину.